Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя на автомобиле Volkswagen Touran 2013 года выпуска. Объем двигателя 1,4 литра. Сети EHC. Пробег автомобиля 251 801. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Первый цилиндр. Двенадцать килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 12,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.